Стали известны подробности инцидента на борту самолета авиакомпании «Дельта». Напомню, воздушное судно летело из Сиэтла в Пекин, однако было вынуждено совершить экстренную посадку из-за дебошира на борту. 23-летний парень попытался открыть дверь аварийного выхода рядом с кабиной пилотов, а после устроил драку. Успокоить пассажира смог бортпроводник. Когда он увидел, что ситуация выходит из-под контроля, то ударил дебошира по голове двумя бутылками. Только тогда его смогли скрутить и после посадки передали полиции.